Отлично. А мы опять на корабле? Да. Офигеть, на корабле, если она уже прикрепила. Там рам. А дальше опять на корабле? Отлично. Обожаю корабли. А больше меня обожают корабли и Фридка. Да, Фридка, да. Я, кстати, узнала о том, что покрасила. Замок. Учитывая твой бросок кубика, ты узнал, что... Что-то надо скрафтить. Кто-то кто лавил. Я, короче говоря, кто там главный? Администратора вниз. Кто-то вломился в мою каюту. Не каюта. Каюта не каюта. Это же было еще там, нет? Ну что случилось? Ну, кто-то вломился ко мне. По-моему, на корабле уже было. Ходил отлить, забыл закрыть. Всякое бывает. Да, на корабле больше кого не приставали, нет? Гномка посмотрела на качество, на качество краски и хочет татушку, но еще не придумала какую. Понятно. Когда сказал... Поэтому вы видите, что периодически она делает вид, что ей интересно, почему к ней никто не пристает на корабле. Неправда. Неправда. Не делала такой вид. Забыть, я извинился. Что? Когда он сказал, что я типа забыл, Я поэтому и сыграл на твоем, на твоей неуверенности. Да, так, короче, потупил малька в глаза и извинился. Окей. Вот. Следующая партия у нас начнется с того, что начался шторм. И все умерли. Конец. Нет, это начало следующего. Да? Да. Это начало. А конец, это когда вот мы уже собираемся и уходим. Вот. И тоже маленький мяс. Возможно, из-за того, что сегодня все было сумбурно, возможно, кто-то что-то сегодня забыл купить в Тамране. Такое может быть. Если кто-то все-таки что-то забыл купить или Тамрана добрать... Торговцы Тамрана покушаются на мои 400 золотых, мне кажется. Вы можете это сделать, или как 500. Бы... скипнув назад. Потому что время у вас для этого было. Да. Просто, да. Возможно, вы... Об этом не задумались, на партии, может быть, слишком торопились, и вдруг... Окей. Okay. У меня вопрос. Какие там стоимости, ну, в посмотрите, какие там, сколько там зачаровать стоит предмет? Очень похожее на ДНДшное. Я послышал 7. Я не помню. 2. Правильно? Оружие 2, доспех 1000. Нет, не оружие, не доспех, зачарование на, ну, на харизму. О, 4000. 4, еще окей. План есть, да? Да. Я хочу, чтобы мне из этой жемчужинки сделали ожерелье. Или диадемку. Не, диадемку. Из одной? Диадемка это больше жемчужины. Из жемчужины или с камня? Я хочу. Нет, я хочу из жемчужины. Ну и еще добавить там такого симпатичненького. Хорошо. Из жемчужины сделаю. Главное, чтобы память осталась. На память. О кошельке. Да. О котике, о котике. Наркотики что? Сколько это там стоить будет? Недорого. Если я возьму 50 золотых. Окей. Наркотики? Это что такое? Что это за число? 228. То есть это будет не очень толстая такая цепочка с местом для камня. Так приблизительно? Нет, ну что-нибудь еще там что-нибудь такого тыкнуть, чтобы это как-то... Вот знаешь, как... Как такие из тонкой что-то наподобие проволоки, из плетеного симпатично. Очки с третьим глазом. Да. Лини что-нибудь такое может скрафтить? Как красиво. А смотри, какое у тебя ювелирное дело есть? У меня аж любой крафт. И любой инструмент. Ты забыл? У меня все есть. Можешь из пластиковой бутылки сделать лампочку. Не, ну не, материалы нужны, а инструмент у меня есть, и крафт у меня любой есть. Так вот кто ведет современные чумелые. Я инженер, я все могу. Тогда я лучше хочу купить камушки. Либо еще пару жемчужных, пару камушков, что-нибудь такого. Мелких, симпатичных, каких-нибудь полудрагоценных. Полудрагоценных жемчужных. Насколько ты это хочешь сделать? Ну, сумма, в которую ты... Сумма. Ну, давай 50 золотых уложимся. 50 золотых. Это будет две маленьких жемчужины, каждая по 20 золотых. И один такой кусочек рубина. Вот тебе отдали... Хрусталик. Хрусталик, хорошо. Вот он не впишется. Что там с жемчужиной будет хорошо сочетаться? С жемчугом? Начинается. Ну, не рубин, ну. Женская партия. Может, жемчуг разных цветов? Ну, лучше жемчуг разных цветов, потому что жемчугом продвигаться на камень, по-моему, не особо. Тогда мы на 100 хотим. Белые и розоватые. Хорошо. Это сколько жемчужинок получается? На сколько? Да. Ну, если по своему получил уже.
розоватая будет стоить дороже 50, и две белых 25. Нормально? Чудесно. Значит, минус 90. Ну да, черный с шерстью. И нужен какой-то материал для обруча самого. Проволока? Да, серебро. Серебряная проволока нам нужна. Да, 5 золотых. 5 золотых, окей. Возьми уже 10. Видите, как? Видите, как? За серебро золото. А либо просто переплавить. Сделаешь мне жемчужную дырку. Да, неделю хлопья как раз. Кому-нибудь еще надо что-нибудь скрафтить, а? Больше никому ничего не надо. В общем, в остальное время Линя делала эту штуку и своими штуками занималась, просто придумала, что с ними еще можно сделать. А я это могу. Когда-нибудь поговорить. Она поднимет уровень, и наконец-то у нее это получится. А я это могу поговорить. Наркотики, я продаю себя. Про апгрейдить. И... А, татушку я хотела придумать. В словах автора, это автор дизиаки. В словах автора, да. Она постоянно косится на лукаво. Татушку, что купить, я придумаю потом. Да, если вы в следующем разу не скинете картинки ваших персонажей, то мы да, для отслеживания инициативы сделаем. Если в следующем разу кто-нибудь нарисует мне Солка, то... Ну, это уж ты сам. Я не умею. Мне понравилось. Мне, правда, для меня они кажутся слишком большими, я буду сюда. А ты сидишь просто близко. А так хоть мне наоборот как раз хоть видно что-то. И что написано. А мне в каком виде? В человеческом или в нечеловеческом? Как хочешь. То есть просто то, что у тебя больше ассоциируется. Вот та картинка, кстати, клювая, что ты скидывала. Там, если актуально, и можно вот такие вот штуки сделать для твоих еще на этом новом. Правда, на английском. Можно на русском, нафиг. Ну, это к тебе придется обращаться. Они так придумали. Если там еще скилл появится, когда я сейчас могу вообще в лесу обращаться. Я не верю, нет. Не скилл, а физически. Я не хочу этого знать. Что? Оу, нифига себе. Я смогу в лесу? Нет, даю крафт 20 на кубике. 28. У тебя диадемка получилась. Очки у тебя на 18 скрафтены. Ну, я не знаю, на самом деле, может, несколько раз надо было крафт кидать. Хорошая качественная диадемка. И даже можешь добавить 20% стоимости камушков, которые в нее положены. То есть, если вы захотите ее продать, то вы продадите на 20% дороже, чем... То бишь, стоила она, по идее, 110. 100, наверное. А, стоп, та же жемчужина. Сколько стоила? Что? Она в районе 50 я оценила. Ну, ты оценила в районе 50, а она 17 плюс вот так вот. Значит, 225 всего. 100 уж на те материалы, да? 100 на те. И 125 это. 225 плюс 20%. Плюс 40. С хвостиком. 265. Ну, приблизительно оценить. Ну, в курсе, что ювелирные изделия в Галарионе идут по нормальной цене. Да-да-да. Не в половину продаются. Да. В общем, у гномки был творческий порыв. То очки! Вот! Вот что надо делать! Очки, правда, на себя тоже сделай, хорошо. Вот что надо делать. Ну, все остальное время она возилась со своими инженерными штуками. Ты чем-то знаешь? Порох? Да у меня всего уже запас. Ты просто отдыхал и с Варфом обсуждал нюансы и способы общения с божествами посредством пешего, скуривания, пешего и так далее. Я тоже отдыхала. Не, не так увлекся. Периодически возил уже мачты, смотрела вдаль. Молодец. Крутую штуку заметил. Было круто. Знает, Варфом протянул тебе. Мне пока не надо. Будет повод, обращусь. Ну да, и следующую партию мы начнем с того, что начала идти пуря. Все умерли, как мы помним. Нет, никто не умер. В начале Adventure Pass никто не умирает. Только в конце? В начале Adventure Pass обычно происходит что-нибудь, что вот никто не ожидал. Буря. Вот. А потом? Нет. Не ожидает. Буря — это фигня. Кракен? Кракен был. Он нас не забыл. Мы уже даже песню написали. Я не хочу повторять. А он помнит. На этом, наверное, все. Морская. Если у вас какие-то еще между собой, вы можете что-то решить. Так мы же уже встречались в той же партии. Так, давайте кто на арену. Ну, другая партия. Ты агрессивный чувак. Да, пожалуйста. Я хочу с ним активно поболтать. Что это за колдун такой? Откуда родом? О, я спою песенку. Спой. А, да. Можешь начинать. Это там. В чате надо будет. А, или просто... Не, ну в чате петь. Не, кстати, сейчас, да, ведь ты можешь поставить. Наверное. Ой, так, ух, какую сделать... Натура. Какую сделать татушку гном? Это только начало, потом будет... Прикинь. Дракона черного. Диск ну, надо будет черного, ставить. Ну, не черного, чтобы связано с драконом хотела. Дракон, убитый кракеном. Ай.
То есть я так понял, ты собираешься делать себе многосоставную тут такую. 5-10, я уже того. Так. А, то есть это как зарубки были у Клары, да? Только у меня будут татушки основных вот. Дракон, кракен. Нет, что-нибудь другое. Это в коллекцию у нее все воспоминания, дневник. Так от кракена тебе ничего не досталось? Ну, как сказать, у меня есть краб в бутылочке. Ну и что там, а щупальца кракена, присоска какая-нибудь оторванная. Ну вот, мы спасли корабль от кракена. Надо. Кстати, опять забыл про это, и все время буду забывать. А сейчас я вспомню, поэтому скажу. У Салкая, короче, такой нарочито африканский акцент. Учитывая, что вряд ли кто-нибудь из партии в курсе. Ну, я к тому, что это слышал. Может, я в курсе? Ну, короче, я могу, я все могу знать. Знание регионов вряд ли есть такое. Знание регионов вряд ли есть такое. У меня просто есть вообще любые скиллы. У меня такой... Ты не веришь, что это ты. Мастер на все руки? Да. Поэтому я могу, могла слышать обо всем. Внешний вид востоку не сбивает, ведь он как человек живет, а кто-то доживает. Что я вам не по нраву, не уловил мотива, считаешь, что бездарно, сбросай инициативу. Там это точно рары, но также и расисты, и если так пойдет, уйдет вас, найму так что-то кай. Редкий симбиоз убийцы мага и артиста, и в легкую отпустят шуточки за 300. Он обожает бутерброды, девок и крутые ритмы, а что касается убийцы, это так для рифмы. Но если кто-то ищет слабость, крутую в куплете, то это слабость. Доброта, не резисты эти. Я рассказал вам правду или как плохов развел. Но только вам решать, но Адам все ушел. Вот видите, он так вот представляется. Да. И это только начало. Так что, Оля, как смотришь на тему подписать? Ну, я даже и не знаю. В роли гномки. В роли гномки? Что-нибудь пропищать в роли гномки? Колдуна, интересно общаться. Про колдунов. Какой бладлайн? Тебе что, доктор, что ли? Тебе же написано. Это написано. Ну, откуда ты родом? Кому ты себя ближе тяготеешь? Бутики? Что? Я предпочитаю женщин, если что. Ой, как там это? Про интеллект спрашивать бесполезно. Про World of Warcraft было. Ну, как? Как вы относитесь к демократии? Спасибо, я Таурен, я предпочитаю женщин. Да. Я Таурен. Сколько тебе лет? Что это за допросы вообще? Я не понимаю. Ты что, из этих? С фараоном? Из кого? Ну, этих. У нас в лесу такие не живут. Я такое не ела. Я никогда не ела фараона. Вот и я тоже так. Не понимаю. Я так понимаю, ты отыгрываешь, просто он отыгрывает скрытного чувака, который очень о себе старается не распространяться. Почему? Более того. Почему? Более того, я как бы... Нет, если он отказывает от себя... И хотел бы, да не могу. Вот так. Если он отказывает от тебя, говорит, то это другой вопрос. То это нужно попасть по его комнате, по его вещам. Если он добровольно не хочет рассказывать, то есть должна знать, с кем я путешествую. То мало ли кто он тут. Не, ну я же... Готовься к следующему уровню, а люди освоят Charm Person. Дорогой друг, расскажи мне о своих родителях. Ну я на самом деле забыл и сам. Что там? Не, это я помню про родителей, а вот... Что ты помнишь про своих родителей? Хорошие были люди. Особенно папа. А кто он был?
Помните, спасай! Ты не знаешь, кто был твой отец? Я знаю, кто был мой отец, но я не знаю, где он был, тот, кто он был. Котопеш. Не, Котопеш, понятно, я имею в виду фракцию. Они... Мы же решили, что это были пасфайндеры. Пасфайндеры? Да. Я просто думал, что мы решили, что это были какие-то плохие ребята. Подожди, ты можешь рассказать им свою историю. Ну хорошо, Pathfinder. В общем, он был важной шишкой Pathfinder. Решил добрые дела. Я хочу быть как он. Идти по его стопам. Я-то с тем котиком дрался, у тебя глаза вовсе не добрые были. Спасибо. Зато. Неправда. У меня глаза были пьяные. Пьяные глаза не могут не быть добрыми. Ну нет, не очень люблю. Мне кажется, лучше. Потом, когда у всех будет, я просто придумаю, как это спортировать. Так что ты считаешь, что я наркоманка? Я заметьте, не я это предложил. Можно. Но мне нравится твой ход мысли, да. Чем же? Все, по-моему, очень логично строится. И даже как бы концы вот как-то так сразу. Да я вообще-то здоровый образ жизни. Да. Сам такой. Я тоже. Тебе это в этот момент к разговору присоединился дварф и предложил вам трубку мира. Да. Я смою вашу гадость за борт. Не надо. Нельзя портить себе здоровье. А кто портит? Из этого шерсть становится. Лучшие годы жизни пройдут, а ты не заметишь. Что шерсть? Какого шерсти? Что? Лучшие годы жизни пройдут, ты не так последнюю бутылку купила? Да. Ты так последнюю бутылку резво выпала? Ну ты просто это... Я знаю, я мало брала. Отличное сочетание. Правда? А почему нет? Ну я думаю, что оно... Вино и что? Виски и вино еще. Ну почему? Нет, я утром встала бодрой и весело. Я скажу, что виски на самом деле я пробовал. Шампанское с водкой мешало. Я скажу тебе так, натуральная смесь, в общем-то, совершенно безвредна. Я полагаю, вино, виски, вино. Расширяет сознание. На самом деле, вине, виски, вине там нормально все. Главное, чтобы было не очень много вина, или во второй порции было не очень много виски. Да, пиво абсент хуже, наверное. Пиво абсент просто опасно. Нормально. Стол так. Красиво горит. Что? А что? Стол красиво горит. Ты еще не это не отпустил? Так, так что-то еще раз можно у тебя такие? Да, конечно. Это воспоминание. Так. Ты еще раз снова в субботу, да?